Всем привет! Сегодня в программе «Новости науки» с Ралиной Киряевой «Пчелы за здоровый образ жизни», определение возраста по анализу крови и закладка первого камня Исламской академии. Подробности далее. В мире. Ученые из университета штата Северная Каролина выяснили, что даже в больших городах, где по столам летних кафе разливается кола, а дети роняют мороженое и леденцы, пчелы предпочитают цветочный нектар, обработанным сахаром из человеческой пищи. Для того, чтобы это определить, ученые исследовали углерод, содержащийся в организме пчел. У углерода есть стабильный изотоп с атомной массой 13, который связывают с тростниковым и кукурузным сахаром. К удивлению исследователей, содержание углерода 13 в телах городских пчел не отличается от его содержания в организме их сельских собратьев. Значит, пчелы делают выбор в пользу здорового питания. В России. Российские программисты из Петербургского ИТМО и их зарубежные коллеги разработали особую систему искусственного интеллекта, которая позволяет почти безошибочно определить возраст человека по простому анализу крови. Для этого ученые воспользовались обширной базой по анализам крови, собранной в России компанией Invitro. Примерно 60 тысяч записей из нее ученые использовали для дрессировки нескольких десятков глубоких нейросетей, которые пытались определить возраст различными способами. Объединив результаты при помощи специального алгоритма, исследователи получили инструмент, способный предсказывать возраст человека с точностью примерно в 84%. И напоследок в Татарстане. Представители власти и традиционных религий России совершили церемонию торжественной закладки памятной капсулы в первый камень строящейся Болгарской исламской академии, которая станет научно-образовательным центром для мусульман всей России. Болгарская исламская академия, как высшее звено религиозного образования в стране, призвана консолидировать потенциал российского мусульманского духовенства и авторитетных зарубежных ученых в деле укрепления позиций традиционных для России направлений в исламе. Базовыми элементами комплекса должны стать Болгарский совет улемов, научно-образовательный центр, исламская библиотека, экспертный совет, центр изучения татарского богословского наследия. А на этом все.